Обещают целый день безоблачную погоду. У нас сегодня по плану больше прогонов и позаезжаем в некоторые ущелья. Сегодня едем другим составом. 3 КТМа, ГАЗ-ГАЗ и Хускварна. Пацаны тут штурмуют подъемчики, а я как раз летаю на дроне и немного отдохнуть. Нагреваюсь на солнышке, короче. Попробую тоже поднимусь на эту вершину. Считаю, что на вершину заехал, дальше нет смысла. Подъем не такой крутой. Чё-то как-то быстро в песок впилился. Обычно я таких ошибок не делаю. Надо было спуститься и повторить. Зря оставил силу только тут. Этого ущелья достаточно такой интересный сложный подъем, но я сразу решил, что даже пытаться не буду, лучше восстановлю силы, чтобы на всю катку более-менее хватило. Буду больше на дрончике летать и стараться, короче, не перегреваться. Судя по всему, тут вначале нужно как можно выше залететь, потому что эти накатанные тропки, по ним нереально крабиком подняться, там песок и камни, но в основном рыхлый песок. Как-нибудь не будет так жарко, обязательно попробую эти подъемчики. What it's all about is you.
отсюда интересно. Опа! Опа, интересно. О, пацаны, тенек нашли. Класс. Рано живая, конечно. Засосет, может, все как дома, ё-моё. Чувствую, что очень холодно. Холодно, типа, я долго руки туда засовываю, болят руки. Ноги болят, да, я тоже взял, чтобы долго не залазить. Ой. Это печально. Я остановился, батарейки поменял, и пока дрона запускал, пацаны уже спустились. Даже не видел, куда они поехали, поэтому двигаюсь, ну, ориентируюсь на топки. За мной следует старый полуслепой дрон, поэтому может куда-нибудь впилиться. Нужно следить за ним нафиг. Это абсолютно неадекватный маневр, с учетом того, что у него датчики на землю. Сука ты! Капец. Нормально. Пока ждали меня, исполняет тут всякие фигуры на склоне. Он Макс уже хвост сломал, короче. Еще один памятник. Она долго терпела, реально, очень. Ну что, я как всегда менял батарейку в GoPro-шке, поэтому снова догоняю.
ущелье мне прямо очень понравилось. Вот этот путь до тупичка вот перед этим подъемом с такими интересными коварными участками. В общем, прикольно. Тоже обязательно сюда вернусь и поштурмую этот подъем. А сегодня даже не пытаюсь. Пахи нас окружают. В итоге Макс поднялся, потом Олег. А Максим что-то закипел почему-то. Мы, в общем, решили втроем вернуться и встретиться там дальше. Самое время перекусить и
myself keeps getting harder. До этого я ездил внизу вдоль воды, когда вода не такая высокая была. Сейчас, кстати, не посмотрел, на самом деле она поднялась. Можно поехать или нет. Вот, но вот вариант поверху всегда интересовало, всегда хотелось самому попробовать. Ну, собственно, сейчас едем. А что-то решили через МЧС не ехать. Поймали тут вверху интернет, связались с эвакуатором. Перевели нам деньги за эвакуатор, а мы уже его вызовем. Где-то, по-моему, 50 километров получился маршрутчик. Сложных участков я за сегодня не проехал, но маршрут такой сбалансированный. Ну, такие дела я люблю, тем более с учетом жары. Я получил максимальное удовольствие от маршрута.